Ну да. Да, да мы-то там разговаривали, сейчас надо там выключиться. Слава здесь? Зашел? Да. Да. А люди там плачут, мы тебе верили. Комментов начитался. Люди плачут, мы тебе верили, отписываемся. Людей не хватило мозгов. Сейчас я вернусь. Да это чернейший стёб был, Даже не шутка, это... Я это что-то не пойму, что-то какая-то другая конфигурация, я тут вообще ни ваших аватарок не вижу, вообще ничего не вижу. Не, ну, то спрашивает Александр Мельник, а что ты ожидал? Не, я думал, что 2-3 человека, но это не въедут, ну, когда с десятками просто не въезжают. Вата просто, Слав, вата. Ты представь, сколько путинские вертухаи вкладывают в пропаганду, вообще в нереальную пропаганду. Вот просто представь, это миллиарды долларов. А почему у меня появилось 2 конфигурации? Это как? Ну, а ты другую просто удали кнопкой «Delete» и все. Ты выйди из старой, да, и все. Я сейчас удалю тебя из той конфы, где ты был в прошлый раз. Да, удали сейчас. Там всех, Лех. Сейчас удалю, да. Я как раз же уходил, чтобы всех выключить. А зачем вы так делаете? Что-то не пойму. Ну, стрим, чтобы записывалось лучше. Сначала у нас на разных компьютерах происходит вот этот. То был на моем, сейчас на Женином. И чтобы видео записывать, видишь, он же в непрерывном режиме, много нужно, чтобы информация, ну, то есть сохранить файлы на YouTube-канале. Ну, нужно их по чуть-чуть резать, да, по 7 часов, по 10 часов. Вот, золотые слова, кстати, с зомбо-подписчиков толку не будет, они даже донаты не кинут. А я вот об этом, кстати, Славе и сказал. Вот эти все пиздоболы, блядь, великие бизнесменши, супер олигархи, блядь, и всякие там супер донаторы, которые грозятся там покупать немыслимые вещи, донатить там по сумасшедшие суммы денег. В основном в массе своей это пиздоболы. Эта жизнь показывает уже миллионы раз одно и то же. В основном ни хера не делать не будут, а будут только пиздеть, и толку от этого никакого не будет. То, что там написали, какой-то дизлайк поставили, написали гадость. Ну так а чего ожидать-то от них? Никогда они не будут ни в развитии канала принимать участие, так и будут срать под дверью. Это всегда так было и будет всегда то же самое. Да, не, ну конечно приятно, что... Да, я прочитал, спасибо, Александр Мельник, Слава, зомби-подписчики, толку не будут, они даже доната не кинут. У меня, между прочим, я вот это проснулся, так думал, удалять этот ролик, не удалять. А потом у меня, кстати, такая же мысль посетила, как это. Думаю, а мне что-то кажется, что эти люди, они настолько... Слава, это ты, да? Да, привет. У меня вот в этой конфигурации, я тебе говорю, не вижу вообще тут ни иконок, никто говорит, и пиздец какой-то. Поэтому я, видишь, я еще твой голос не знаю, поэтому тебя спросил. Вот, собственно, вот как-то так. А, и у вас тут этот лейбак уже не зеленый, а красный. Да. Розовый шарик. Дитя заката. Ладно, ничего страшного. Да-да-да, прорвемся. Думаю, со временем те, кто... Я там некоторым написал комментарий, просто подумай хорошо. Вот. Хотя надо было написать, подумай хорошо, если есть чем думать. Да зря ты только энергию тратишь, нихуя они не поймут, все равно бесполезно. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, и так все равно тоже нужно делать. Слава. Да. Я вот сегодня ночью не спал. Я там рейтинг накрутил, нахуй. Понял? Сейчас я выкину пепельницу. Блин. Спрыгнул с темы. Ладно, я потом еще раз вспомню. Типа тонкий намек надо. А, вот тоже хороший коммент. Обалдеть, это хорошо человек подметил, Джимми. Прыжок веры для них стал проверкой на вшивость. Ну да, согласен. Это ж как раз-то и был прыжок веры. А ты про что? Про какой? Это про... Ну там, где я рассказываю, что древние укры построили весь мир, и что русские это негры, а украинцы это русы. Вот. Да-да. Фильтр плавал. Очередной. Да. Ну хорошо, хорошо жить там, грубо говоря, в этих, как сказать, ну я так грубо скажу, уже хорошо жить в египетских пирамидах, когда кто-то и когда-то построил, да, и говорить о том, что это наши, оказывается, пирамиды, да. Это, кстати, это пирамиды хохлы построили, если ты не знал. Да-да-да, а они еще это самое, Черное море выкопали. Не, ну это само собой. А знаешь, как они Черное море выкопали? Они, значит, у русов согнали, блядь, с малых земель. То есть они же сами хохлы ленивые. Они еще ленивее, чем евреи. Вот они согнали, значит, русских и заставили их копать под расстрелом. Вот, и русские выкопали, а потом их перестреляли, нахуй, там потопили в этом море, а сказали, что это мы выкопали. Да, вот это ж исторический факт. Да, раньше даже море называлось Русское, потом Украинское, а потом Черное. Черное от того, что говно всплыло, блядь, в ад. И вода почернела, в общем. Ну, а, кстати, если с Черным морем тяжело датировать, когда его выкопали кто, то с пирамидами Хеопса очень легко. Там чисто украинскими буквами на пирамиде написано «Хатаб-Таха», что в переводе означает на наш язык «Хата – это дом, птаха – это птица», «Дом птицы». Вот видишь, как укры, они это выиграли. Анекдот. Вчера с родителями своей девушки познакомился. Ну и как? Приняли как родного, даже отец ремня дал. Даже ремня дали. Блин, там же такой был многослойный посыл в ролике, что люди, зачем вы на себя повесили собачьи ярлыки? Обзываете себя как угодно. Поляками, белорусами, русскими, украинскими. Неужели непонятно, что... Человеком надо быть. Что такое? Что такое? Я вот аллегорию это придумал, что взяли это, вот, допустим, изолировали один это народ какой-нибудь где-нибудь там в Сибири и выращивали 10 лет. И дали этому название это народу, допустим, дауны. Ну и люди так выросли, они, ну, и считали себя даунами. А потом, когда их... Дауны. А потом, когда они вышли к людям, они ж не знают значения истины этого слова. И говорят, вы кто по национальности? Мы дауны. Вот. То есть у людей вообще как бы даже... Нет, вот были такие, там, помните, гуны, да? Гуны были такие? Ну, по официальной истории считается, что Аттила у них был предводитель, который там Европу завоевал. Вот. А были уны... А были дауны. Видите, как мы их быстренько разложили, да? Славик, если ты хочешь, чтобы они понимали, нужно говорить только прямым текстом, как детям. Другого варианта нету. Да умный. Да умный. Ох. Да. Оказывается, то, кто там, Таня рассказывала, что в Чехии буквально понимают. Оказывается, не только в Чехии буквально понимают. Оказывается, во всех концлагерях есть это колоссальное количество людей, которые вот слышат, что... Слава, тебе предложили второй канал отдельно для дегенератов сделать. Запили, видишь, запили второй канал для генератора, чтобы на пальцах им расклады давать. А кто мне? А, Паша же, по-моему, рассказывал, что дегенерат. Паша рассказывал, что дегенерат означает положительное. Да, да, да. Я что-то забыл. Я забыл, что он мне говорил. Я тоже забыл, но он как-то разобрал это слово, что это хорошо. Ну это да, там что-то кра... кра, там все такое. Да. Может оттуда и Диоген. А! Сегодня с Вовой разговаривал тоже. Мы пришли тоже к решению такому, что слово лень не имеет отрицательного значения. Та же самая река, например, Лена. Ну как это не имеет? На древний украинский язык, ну ладно, если серьезно, на славянском языке это означает пламя или огонь. Да тлен. Ладно. Ну смотри, вот есть тлен, ну когда знаешь, тлеют угольки, это во вселенной. Вот смотри, вот вселенная, лен, все огонь. Лен это огонь означает. Огонь. Ну, не костер имеется в виду физически, а он больше лен, это как бы из разряда ра. А почему реку тогда так назвали? Ну, светлая река, ра, это свет. А, светлая, 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 угу, светлая, ага, понял. Светлая река, да? Угу. Благодарствую. Да, утописты. Миша пишет, рабы утописты. Да, я даже в раздумьях снимать ролик это для первого класса. Уважаемые слушатели и зрители, вы поняли, что это был черный Степ. Просто издевательство над наглыми, я не знаю, историками, которые постоянно каждому народу пытаются приписать величие. Блин, все 100 раз слышали, что я себе не отношу никакой национальности, блин, нафиг. Что я всегда отношу себя к русам, к народу. Что я высмеивал в этом ролике устоявшиеся стереотипы. Слава, Путин негодует. Да? Ну, значит, нормально все. Нормально все. Движемся дальше. Не, зато мне понравилось, оживились это другая категория людей. Они на украинском языке столько теплых комментариев оставили. Там радость была в том, что да, русские-то негры. Думаю, ё-моё. Ну, есть люди, которым понравилось. Их, конечно... А это самое... Не прощупывали... на какой, ну, на каких территориях смотрят вот стрим-то наш? Ну, да, на многие. В основном россияне. Да. Ну, к нам заходят Германия, Греция, Чехия. Япония. А как они находят этот стрим? Ну как, подписаны же на канал люди. Ну, фишка в чем? А если не подписаны? Интерактив. Случайно могут найти. Да. Через своих друзей, знакомых. Сильно продвинутые нажимают на YouTube специальную кнопку, какие на данный момент есть текущие трансляции онлайн. Мне тут тоже сказали, давай вещай, говорят все, давай вещай. И так и назови, Хатап ФМ назови, ага. Yes. Пицы ушей наш. На самом деле это не так-то просто, это только кажется, вот возьми, рассказывай. Самое сложное это захватить внимание. Я не могу просто так. Если вот по ушам так телефоном ездить, то это все провал полный. Вот и думаю, удалять или пускай живет. Да пусть, успокойся, что ты завелся, как прямо не знаю. Может это, что я проснулся еще, пока не отдуплился, что к чему. Блин, ну сердце подсказывает, пускай живет. Пусть, да. Конечно, пусть эти путиноиды, блядь, это же Путинов, это же... Сота с Путинами говном исходит. Ну, в принципе, да. Блин, что мне, с одной стороны, когда... В этом заключался посыл, чтобы в ролике высмеять все вот эти глупые навязанные законы нам. А надо какую-нибудь такую устроить передачу. Сатирический журнал. Вот как у нас был Ералаш. Надо возродить Ералаш. Да, есть легенда, что долго не могли придумывать название. Они дали объявление, придумайте название это. К этой передаче кто-то прислал Ералаш. Ну, Ералаш это типа раскирдаш. Вот. Все с ног на голову. Все это. Перемешку. Интересно, как всемогущая Википедия переводит. Ну, беспорядок там, типа, бардак, хаос. Слава, ты что-то читаешь, что ли? Там переписку читаешь? Чат читаешь? Или что? Не понял. Что там делаешь? Блин. Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Всемогущий... Только выдал это, надо далее брать. Слава, что ты там делаешь? Я хочу посмотреть, как подали Ералаш. Вздор, пустяки, бестолочь, дичь, чушь, бессмыслица. Всякая всячина, беспорядочица, сумятица. Да, я вот с пацанами разговаривал, я говорю, мы тут с вами разговариваем ни о чем. Это то же самое, как операция «И», как Ералаш. То есть твои люди поймут о том, что мы тут ведем разговор ни о чем, а люди со стороны воспримут это буквально, что они говорят ни о чем. И не будут на нас обращать никакого внимания, потому что это разговор не для них. Да-да-да-да-да. Так же, как этот Ералаш, да, вот описание есть, что это типа ерунда, да, но ты когда смотришь Ералаш, ты понимаешь, что ты видишь реальность жизни, видишь, да, что там высмеются, грубо говоря, жизненные эти самые ситуации, да, и это нифига не ерунда. Крокодил у нас еще был, да, Мурзилка у нас еще был. А на Украине был перец. Аналог крокодила. Фитиль. Вот я философский. О, фитиль. Ну, да, фитиль это... Я, кстати, был еще другой, который по телевизорам не показывали. Капустник. Дело в том, что снимали не для телевидения взрослую версию Ералаша. Я когда-то мне посчастливилось побывать, значит, приезжал в Харьков вот этот режиссер, и я попал вначале, от школы нас повели классами на его выступление. И там он показывал Ералаш, а на следующий день или там через неделю я пошел с родителями, но я не помню, сколько мне там лет было, 12 или 13, в другой уже, скажем, кинотеатр, и, ну, театр, и там он уже выступал, ну, там, как он подумал, что это тут взрослая аудитория, но, в принципе, она взрослая была там. Он говорит, вы знаете, что есть вообще подпольный это вариант Ералаша, это Капустник. И там, да, там показывали вот именно уже для взрослых, даже такие моменты там я видел, как бы фильмы потихоньку появлялись там и эротического характера, были моменты, это высмеивали. То есть, ну, про Капустник почему-то мало кто знает. Я, кстати, вот на запись хотел в двух словах мысль развить, задать вопрос тем, кто вот огорчился после моего ролика «Глобус Украины». Вот, допустим, возьмем какой-нибудь средний статистический город, какой концлагеря Россия, Курск. Вот живут в подъезде два одинаковых человека. Ну, как одинаковых, по ментальности очень близки. Один и второй уважает мое творчество. И вот после этого ролика происходит когнитивный диссонанс. Один посмотрел ролик и написал светлый комментарий. Слава, ну спасибо, блин. Вот это я посмеялся от души. Приятно, твой такой черный стёб было послушать. А другой, блин, буквально понимает и говорит, все, отписываюсь. То есть на одной территории высмеивал-то я, грубо говоря, вся и все, только один почему-то понял, что это мой черный это стёб, а другой почему-то буквально понял. Взрослый Ералаш на Фитиль. Нет, был Капустник, вот я не знаю, интернет это. Я сейчас объясню, для чего Фитиль был сделан. Вот почему я вот Камикадзе называю Фитилем. Есть такой блогер, это уважает его Жека, это Дима Камикадзе. Так вот, Дима Камикадзе, Иванов. Да, Камикадзе это современный СССРовский Фитиль. И когда он там говорит, вот я там правду говорю, меня за правду могут там ай-яй-яй сделать, его не тронут. Потому что Дима, он талантливый человек, он нужен системе. Не зря его на телевидение приглашали. На телевидение просто так никого не приглашают. Его на телевидение приглашали несколько раз, чтобы раскрутить, чтобы люди узнали про его канал. А теперь вопрос, почему властям нужен человек, который постоянно власти изобличает? А это старая схема мердовская от наших оккупантов. Называется «выпустить пар». Значит, схема очень простая. Ералаш создавался для того, чтобы жители СССР пар выпускали. Как это работает? Вот смотрите, человек это, допустим, видит, что там трубы прорвало, у него постоянно он не может дорогу переходить, это вода течет там или что-то еще в этом роде. Приезжает съемочная группа «Фитиль», высмеют эту ситуацию, говорят, все, надо наказать это, надо там управдом наказать, там всяких начальников ЖЭКа, блин. Они только в фильме это сказали, но ничего не изменилось. Но человек, когда посмотрел фильм, он успокоился, он такой, все, наказать, классно, все. Ой, вот, Слава, знаете, посмотри, извините, перебил, посмотри, да, как Марана, Кристина Марана троллит сейчас. Какие видео выкладывают с хуями в виде свечей на фоне. Посмотри, какие она делает вообще. Да, это только на заставке, короче. В видео нету там ни хрена такого. А чё это самое? Я тут компьютер включил. Чё у нас? Трансляция конец, да? Почему? Не, тебе обновить страницу. Надо перезайти. На канал зайди. А или вот, обнови. Я, да, обновлю. Александр Мельник предполагает, Слава, ты, кстати, слышал, что жиды воспринимают, да, все прямо, может быть, только, да, они и возникают, плюс вата. Нет, вот, кстати, я знаю, что мерды, они как раз-то это... толерантные. Они, да, у них гибкий мозг. Они, вот самое парадоксальное, что светлые, добрые люди, они меня поняли буквально. А те, кто, против кого я вот это все ору, против мердов, они, наверное, еще и похихикали с меня. Они, наверное, подумали, блин, неужели ты не знаешь простые каноны, блин, что светлые добрые люди, они не в состоянии понимать это подноготню именно, так сказать, подкладки. Да, они вот, кстати, мерды, они поняли, что это я издевался. Подруга, это рыжая, нормально инфукста давала, пишет Александр. Ну ничего, прорвемся. Мне, честно говоря, знаете, что для меня первостепенно важная задача? Это упор на создание компьютерной игры. На это... Нет, меня по этой ссылке, которую скидывали, я захожу, мне туда... А колдовать же появились толковые люди, именно... Со складом Остапа Ма, со складом Остапа Ма, это, Бендер, который в интернете, есть очень много людей, которые сидят дома, и они талантливы. И их надо как-то собрать всех, чтобы начать клепать это, компьютерную игру. Просто они рассредоточены по всей нашей соте. Музыкант, скинул тебе, заходи. Художники. Не, я уже на бок. Я уже на бок, уже... На боковую. Под одеяльце. Слава, это у нас девушка Валентина с Соединенных Штатов. Вот Алексей нас познакомил с ней. А, Валюша, добрый вечер. А у вас, наверное... У них вечер как раз. А нас как раз я оговорка по Фрейду в точку попал. Да. Привет, ты прав, абсолютно правильно. Добрый вечер, кушать. Че там, Слав, как ты говоришь? Добрый вечер, кормить нечем. А я спать собрал. Алексей, давай я тебе, кстати, приглашение себе добавить в список кину, чтобы легче было потом тебя находить. А ты потом, если захочешь, примешь. Приму. Так, сейчас, так. Ну, наверное, Валя появилась у нас по классической схеме. Пришла в гости. Столкнулась с моими роликами. Это мое предположение. Да. Пришла в гости по агрессии до сих пор. Нет, не столкнулась с моими роликами. Это была моя идея. Расскажите, кто какие ролики делает, на какую тему. Ну, смысл такой. Ну ладно, я послушаю, пока Алексея невозможно, нельзя перебивать, лучше он пока выскажется. Мне же надо вдохновиться и как начать пойти по нотам. Сяду за рояль, сниму с клавиши вуаль. Ну, в двух словах, ну сейчас мне там 4 десятка. Больше 40 лет. 20 лет назад... Ох, ёб твою, чё ты так плохо играю, блядь, я уже устал. У меня мозг вообще не работает, охуеть просто. Извините, не ребят, готов. Ой. Я да, что-то вообще так туплю адски, вообще. У меня мозг вообще просто не работает. Это вот я как раз и говорю. Аж это вообще загадка цивилизации. Кто-то пригласил, блядь, просто сюда. А как можно попасть к нам, не зная моих роликов? А, ну, в принципе, Хатабыч не изучал. Да, Алексей привел Валентина. Я же говорю, познакомил нас сегодня перед твоим пробуждением. Смотри, Валь, как получилось это. 20 лет назад, живя в тайге, хотя я харьковчанин, всегда подчеркиваю, в 5-м поколении, волей судьбы оказался на Дальнем Востоке. Волей судеб. Николаевский район, поселок Многовершины. Там в тайге, не знаю, наверное, пришло ко мне откровение. Я записал рукописи, которые озвучил спустя 20 лет. После озвучки написанного ко мне сейчас большинство людей, которые сталкиваются с моими роликами, вызван большой интерес. Уникальность озвучки заключается в том, что до меня за последние лет подобную информацию вообще никто никогда не говорил. В своем деле я Гагарин, то есть... Первый. А вот. Про чё, Слав? В двух словах, про чё там? Не понял. В двух словах, что наша планета гигант, она в миллиарды раз больше. А, все, я понял. Ты говорил, ага. А то, что нам нарисовали, это, Валя, говорю, это на самом деле ложь, потому что полетов в космос нету, и никто не мог с орбиты зафоткать или заснять нашу планету. Очень... Такой... Валя, ты где? Все, ты остановилась, ты приехала куда хотела? Я сначала только в один магазин заехала, теперь пока еду в другой, еще 20 минут буду ехать в другой магазин. Вы рассказываете. Ты на шопинге, что ли? Ну, почти. Ну, тут нет, одну вещь. Я поехал, наверное, в какой-нибудь Whole Foods за жрачкой затариваться. Нет, там одна, свитерочек мне тут надо. Свитерочек, блин, да. Ну ты знаешь, Валюш, тебе Алексей доброе дело сделал на самом деле. Ты попала в уникальный коллектив, в котором не существует ничего похожего в нашей соте. Рассказывайте, я вас слушаю. Но смысл того, информация делится на три категории. Вначале человек может ее услышать, потом, если ему повезет, он ее поймет, информацию, а потом, если вообще повезет, он ее примет. Поэтому те люди, которые приняли информацию, которую я озвучил, мне сейчас уже, скажем, по сей день очень много пишут писем со всех уголков земного шара, ну не шара, как выяснилось. Пишут, проклиная Котлярова за то, что жизнь до этого была ровной, безмятежной. Теперь они, блядь, не знают, ну, вы давайте рассказывайте, в чем суть. Вы, то, что люди, мы знаем, а вы это... Ну смотри, Валюш, я же сказала, ты не услышала. Я же сказал, наша планета гигант, она в миллиарды раз больше на самом деле. Окей, а дальше? Давайте еще дальше. Ну смотри, чтобы тебе было понятно. Мы живем на плоской земле. На плоской земле. Да, я это слышала, эти теории. Вот, это не теория, это факт. А сама эта плоская земля находится на теле огромного шара, невероятного. Причем это не шар, а это вообще может быть абсолютно рандомная форма. Там, например, форма сердца, или там форма какого-то объекта, там... овальной или там любой формы, то есть... Это спина черепахи. Или спина черепахи там, например. Спина черепахи, скорее всего, а черепаха на 3 китах, правильно? Нет, 3 кита это устаревшая хуйня, более новая на слонах. Ну вот ты... Мы сейчас все свели как бы в шутку, да, но если шутку убрать, то представь себе, что абсолютно серьезно, то есть представь, что мы находимся в замкнутом пространстве. Полетов в космос не существует. Их нету. Это миллионы этому доказательств. Вот. Я знаю про глобальное вранье. Я знаю. Вот. Для чего делается полеты в космос? Чтобы налогами вытравливать миллиарды долларов с наивных юзеров Земли. То есть, например, полеты на Луну в 1969 году. Знаменитая лунная афера США. До сих пор за 45 лет не повторен этот полет в никуда. То есть ни разу не повторили. Почему? Потому что это пиздеж. Потому что они понимают, что если они сделают в современных реалиях так как люди же будут все отслеживать, потому что это событие века. И если они будут делать, то они проколятся сразу. Потому что надо будет куда-то выводить эту ракету там на орбиту. Потом она полетит дальше в куда-то околоземное пространство. А это все люди будут отслеживать, там, например, следить в телескоп, еще бог знает во что. А это невозможно, потому что вылететь за пределы вот этой ячейки невозможно, потому что стоит энергетический купол, который не позволяет проникнуть между землей и... То есть почему вот воздух, атмосфера не разлетается никуда в открытое пространство? Потому что сдерживает ее купол. То есть это пространство извне, оно ограждено вот этим куполом, который есть. Есть предположение, что он вообще физической материи, а есть предположение, что он энергетической материи. То есть, как, знаешь, как вот есть игры компьютерные, да, там силовое поле такое стоит. Я третий день смотрю Гарри Поттера. Там тоже применяют такой магический прием. Энергетическая защита от всяких там каков-бяков, там, дементора, да? Вот, то есть магический щит, да? Ну, если так, смотри, на самом деле он абсолютно физический, это тут нет никакого колдовства, просто это такая технология, которая скрывается от людей. То есть люди, они нихуя не знают, они в 21 веке до сих пор там пользуются бензином, хотя уже давным-давно Никола Тесла изобрел эфир. То есть, по идее, можно было бы сделать машины, которые, блядь, уже летали бы давно. А мы все до сих пор ездим, блядь, на этих корытах, на этих колымаках. Жека, да я скажу на самом деле, почему полеты космос для нас придумали. Не для того, чтобы деньги вытаскивали. Ну, это одно из... Ну, сейчас я скажу для Вали, чтобы поддерживать иллюзию, что наша Земля маленькая и кругленькая. Вот для чего. Они-то знали, что это не так, и поспешили. Они могли бы и вообще не говорить нам, что в космос можно лететь. Им бы легче было обман бы поддерживать. А так, те, кто нас оккупировал, они прекрасно знали, что Земля гигант у нас. Причем еще важный момент. Мы не на поверхности нашей гигантской планеты. Наша планета подобна слоистому пирогу. Имеет много слоев. Я нашел 14 слоев. Мы находимся где-то посередине. Вот. За антарктическим кругом Антарктиды в том виде, который ты представляешь себе, пятачок какой-то, ее не существует. Есть антарктический барьер. Если ты смотрела фильм «Игра престолов», то в этом фильме очень хорошо и наглядно показан этот барьер. Какой фильм? «Игра престолов». Какой фильм? «Игра престолов». Я смотрела с Джимом Керри комедию, там тоже этот купол показан. Ну да, кстати, хороший пример Джим Керри, это, как он там, этот фильм называется, я забыл. Ну, про комедию, там, где врали ему все, Шоу Трумана. Шоу Трумана, вот, отличный пример. Вот у нас тоже Шоу Трумана, только планетарного масштаба, да и планета... Да я знаю, это приятно. Все. А представляешь, если человек бы пришел бы и сказал, вы что, сумасшедший? Это ты знаешь, а есть, знаешь, сколько людей, которые это... Вот, и вот представь, за антарктическим кругом находятся абсолютно новые земли. В наших древних славянских сказках это они описаны как 39 земель, 30-е царство, 39-е государство. Наши предки на вайтмарах и вайтманах спокойно перемещались между ячейками. В сказании о Финисте «Ясный Сокол» подробно рассказано, как Настенька договаривалась с торговцами, которые летают между сотами, чтобы отправиться на поиски своего возлюбленного, чтобы его спасти. Вот. Я сейчас просто снимаю ролики, в которых есть три группы. Те, кто сразу принял и понял. Есть середняки, которые не знают, к какому лагерю приткнуть. А есть, ну, как бы, негативный характер люди это носят. И я вот для середняков стараюсь в основном. Я нахожу... Просто даже в нашем интернете можно найти это подтверждение тому, что наша планета в миллиарды раз больше. Значит, вот это так называемые индийские веды сохранили до наших дней уникальную информацию, которую еще до недавнего времени никто не замечал. Значит, планета, если разрезать, она имеет 14 слоев, вот как торт Наполеон. На одном... Значит, идет земля, потом сверху вода, потом земля, потом сверху вода. Значит, вот самая верхняя локация, на которой вообще, ну, поверхность земного шара, она называется Сатья-Лока. Там живут люди, которые в среднем живут по 15 триллиардов 400-800 миллионов лет. Потом идет ниже локация Джана-Лока, Тапа-Лока, Махара-Лока. Потом идет Сварга-Лока. Там живут полубоги, которые живут по 309 миллионов лет. Это наши предки это называли миры прави и миры слави. То есть там, где жили наши предки и боги. Дальше идут уже миры земного типа. Явь, Бхур-Лока, где мы живем. Атала-Лока, Витала-Лока, Сутала-Лока, Итала-Лока. Это миры Яви. И самые нижние миры это пекельные миры Нави. Махата-Лока, Раса-Лока, Пата-Лока и Кур-Лока. Там живут сущности демонического порядка. То есть много миллионов лет назад, вот 1,5 миллиарда лет назад, с верхней локации, с Варги-Лока, прилетел космический корабль с капитаном на борту Сваргом, который решил на вот этом Бхур-Лока сделать это заселение человеческого рода. И все было хорошо, пока из нижних и пекельных миров не проникли сущности демонического типа. Они нас рассматривают как еду. Они нас в буквальном смысле съедают и используют как пища. Пока передам. Сейчас я вот фотки скину вам вот про то, что сейчас Слава говорил. Как раз там будут про эти... Хатабыч, ты тут? Хатабычу тоже и вот Валентине. А он уснул уже, ёпта. Классно, мне эта идея нравится. Еще добавлю тебе, мы находимся в прямом эфире сейчас. Нас слушают 35 человек. Классно. Это чтобы ты была что не добавляется? Общались бы, вопросы бы задавали. Почему? Добавляется. По желанию. То есть сюда может к нам постучаться абсолютно любой человек и с нами пообщаться. Да. И продолжайте рассказывать. Вот, поэтому, когда нас оккупанты очень грамотно оккупировали, самый один из крайних мощных ударов был нанесен в 1780 году по нашему стилю. И соседних 600 было очень серьезное вторжение существ более высокоразвитой цивилизации. Они нанесли сокрушительный термоядерный удар по всем уголкам нашей соты. В этом угаре погибло практически 80% нашего населения. Оставшихся детей, я предпочитаю говорить белорозовые, ну из-за цвета кожи, потому что у нас кожа не белая, а еще с розовым оттенком. Хотя есть люди, которых кожа немножко другого цвета, но в душе они имеют совесть, поэтому они тоже классифицируются. То есть очень легко определить, человек или не человек. Если у человека есть совесть, значит это человек. Если у человека совести нету, значит это не люди. Вот, они оставили в живых порядка 3 миллионов деток до 7 лет. И потом им уже навязали новые знания, что существует единый Бог, что наша планета маленькая, кругленькая, что мы божьи рабы и так далее. То есть детям очень легко было это навязать, поэтому мы потомки вот этих выживших детей, которые живут в невежестве 200 лет, наивно полагая, что мы маленькие, одинокие во Вселенной. Мы даже не представляем, что можно перейти антарктический круг и оказаться в новых землях. Подтверждение этому существует сотни. Самое крайнее, это когда американская эскадра во главе с адмиралом Бёрдом отправилась в соседнюю локацию, и там их встретили недружелюбно. Флот буквально покосили за несколько минут летающие тарелки. Естественно, это были более высокого порядка техногенные аппараты. Оставили один флагманский корабль, который благополучно вернулся в Америку и рассказал, что в соседние ячейки заплывать нельзя. До этого в 1944 году нацистская Германия отправила туда, в соседние ячейки, подводные лодки. Насколько мне известно, их пропустили. Потому что, скорее всего, на борту были люди, которые были эволюционно выше в плане душевных качеств. Немцам удалось создать карты, которые сохранились до наших дней. Вот я, правда, сейчас потерял, это где эти карты находятся. Жека, ты не сталкивался с картами соседних ячеек, которые немцы сделали? Нет, Слав, не сталкивался. Сейчас я их найду. Так, карты. Как же их написать? Я вообще не поддерживаю концепцию Котлярова, если кто не знает. Я поддерживаю концепцию матрицы. Но я не исключаю его концепцию, потому что она не противоречит моей концепции вообще никак. Потому что матрица может... Концепция матрицы — это то, во что верю я. То есть мы живем в виртуальной реальности. Я вот на стороне... Есть такой, знаешь, Элон Маск. Вот он изобрел Тесла-мобиль. Вот. И он поддерживает концепцию матрицы. Вот я полностью согласен с этой концепцией, что мы живем, вырабатывая кому-то определенный, ну как называют его, гавах, или там типа энергию, которую мы отдаем. Например, нашими эмоциями, болезнями, страданиями. Мы отдаем нашу энергию нашим поработителям. А мы живем не в реальной жизни, а в матрице. А на самом деле мы, может, живем вообще не там, где нам кажется. То есть мы живем, ну, скажем, лежим, как в фильме «Матрица», лежим в каких-нибудь там коробках, блядь, подключены проводами какой-нибудь хуете и думаем, что мы живем в каком-то прекрасном мире. А на самом деле это мир несуществующей иллюзии. Вот почему мы не можем, допустим, через этот купол перелететь, потому что прописаны скрипты. То есть скрипт прописан, что мы не можем никуда вылететь. Или скрипт прописан, что все падает вниз на землю. Или скрипт прописан, что мы, например, едим, жиреем, не едим, худеем. То есть скрипты, понимаешь, как вот в виртуальной реальности пишутся скрипты. И как вот компьютерная игра, ты там можешь, персонаж у тебя может там развиваться, прокачивать. скиллы какие-то там, чему-то обучаться и так далее. Вот то же самое здесь. То есть для меня эта концепция самая-самая крутая, самая понятная. Но она никак не противоречит котлеровской концепции, потому что это все может, оно может существовать одновременно. Никакой разницы. Ну, смысл того, что Жека пока не принимает мою модель, но он отрицает существующую. Да. Не, я принимаю твою модель, просто я как бы... Она в формате матрицы, не противоречит матрице никак. То есть, потому что в матрице ты можешь любую форму создать. Ты можешь создать мегапланету там, в форме квадрата, в форме сердца. Это не важно, это никакой вообще разницы не имеет. Потому что в матрице возможно все. То есть там нарушаются законы, правила закона нарушаются. Ты можешь любой скрипт прописать, скажем, там доходишь до... от точки А до точки Б, и Земля выпрямляется, а потом от точки Б до точки С она закругляется. То есть любой скрипт прописать можно. Это как математическое уравнение. То есть все подчинено определенным законам и правилам. Вот есть в Японии такая дорога, например, куда, например, предметы или машины катятся не с горки вниз, а на горку. Есть вода, ручей, который течет не сверху вниз, а снизу вверх. Он как бы карабкается наверх, нарушая все законы там, этой гравитации, там, не знаю, течения и так далее. Почему? Потому что это называется баги, когда надо пофиксить матрицу, чтобы она перестала лагать. А эти косяки остаются, и по всему миру такие косяки есть. Таких примеров миллион, когда система лагает. Например, вот эти здания, которые построены, откуда они взялись? Новая перезагрузка матрицы. То есть была до этого другая цивилизация, в кавычках. Потом систему перезапустили и прописали новых персонажей на старой матрице. А вот эти артефакты остались от предыдущей версии программы. Вот знаете, программу установил на компьютер, потом удалил, а остался мусор после программы, которую ты удалил. Вот то же самое. Остались какие-то файлы, папки, какие-то неудаленные вот эти... трэш, ну мусор, блядь, остался, короче. А потом поставили новую программу, а он наслоился на старую. То есть такие косяки, которые один на другой наслаиваются. Потом эта цивилизация тоже может быть уничтожена и создастся новая. Но суть не меняется всегда. Люди продолжают убивать друг друга, страдать, умирать от рака, спида, выделяя все больше и больше энергии. Чем больше они страдают, тем больше энергии они отдают. Вот почему... Вокруг страдания, боль, смерть, война, болезни постоянно в геометрической прогрессии растут и так далее. То есть для меня концепция матрицы самая-самая крутая, самая продвинутая. И не зря ее поддерживают самые прогрессивные люди человечества. То есть я уже их привел в пример там. И если бы был покойный Стив Джобс живой, я думаю, он бы тоже поддерживал эту концепцию. Она самая понятная для человека. То есть она... показывать все изъяны этой системы, потому что ты тогда можешь полностью все осознать. Потому что сотовую землю надо притягивать за уши. Тут что-то не сходится, там что-то не сходится. А тут возможно все, полностью. Любое явление, которое ты можешь встретить, оно возможно в рамках матричной системы. Поэтому я выбираю ее для себя. Такая сотовая земля не отрицает наличие матрицы. Нет, они друг друга никак не противоречат вообще. Это часть большой матрицы. Просто смотря в этой матрице, что именно по умолчанию разработчики прописали. Это любимая тема муравьев. Сидят на футбольном мяче муравьи и спорят о форме. Один говорит, на футбольном мяче они сидят, а... Я даже не знаю, на жопе у слона, например. То есть это... Ну да, и спорят о его форме. Но дело в том, что как бы они не предполагали, слон будет выглядеть именно так, как его, скажем так, прописали. Не так или не иначе, а именно так, как его создали. Расскажи, Слава, историю, как 3 слепых мальчика потрогали слона. Ну да, один сказал, это дерево, второй сказал, это змея, а третий сказал... Я не помню, что он сказал. Что он там, хвост? Один хобот потрогал, сказал змея. Один потрогал хвост, другой тело, а третий хобот. Один сказал, что это веревка какая-то, да, второй сказал, что это что-то еще там, а третий сказал, что это большое. Надо, блядь, найти эту историю, надо найти. Я тоже не помню там смысл. Не, смысл помню, не помню сюжет. То есть все трогали одного слона, но каждый сделал свой вывод, скажем так. Ну, также наша планета, что все делают свои выводы это. Блин, я хотел найти это, тебе показать карты. Субботин убежал куда-то. Не могу найти, именно я хочу найти, где он в руках, потому что если я скину просто... Ну, можно, конечно... Хорошо. А, ладно, ты там шахматы играешь. Играй. Не, играй... Я не играю в шахматы, Слав. Сейчас тогда я расшарю. Я уже, кстати, хотелось бы вырезать, вот, по-моему... Предыдущий стрим я... Смотрите, я сегодня трек делал. Сейчас включу в трансу, смотри. Олег, как ты тебе попасть? Олег Смирнов сегодня заходил и что-то промолчал, посидел и палил. Ну это... Не удалось слово как-то карты показать. Выключи у себя, Олег, этот звук с Ютуба. Алло, нас слышно? Да, слышно, выключи, шумы. Там шумы у тебя какие-то идут. Не, у меня нет шумов никаких. Вот теперь нормально все. Ну, звук с Ютуба. Давай, сейчас. Представься для гостей, для наших, для нас. Да-да-да, ага, понял. Так меня слышно сейчас нормально? Слышно, слышно, да. Отлично. Приветствую всех. Ну, о чем речь-то сейчас в данный момент? Что-то о том, как тебя зовут, откуда ты, сколько тебе лет, как минимум. Фамилия, там все сказано. Я живу в РФ, короче, в Ленобласти. Мне 40 лет. И я в этой теме 27 лет. В этой, как сказать, конспирологии. Мне понравилось это... Подожди, Олег, извини. Я услышал фразу, там где-то что-то сказано. А где? Я не расслышал, правда. Где? Где я живу, в РФ, Ленинград? Нет, там все сказано, ты сказал. А где сказано? Ну, название Смирнов, Олег, Валентин. То есть, когда нас будут смотреть записи, Олежка, человек такой думает, ну там же в ролике все сказано. Я просто сейчас нажму, ну, смысл, ты мою иронию понимаешь? Кто меня будет слушать записи, мне как бы, ну, не особо важно. Я, ну, не публичная фигура. Ладно, хорошо. А сколько он сказал лет? 40. 40. Условных единиц. А как это 27 лет? Нифига себе. 27 лет я интересуюсь этой темой с 89-го года. Журнал «Наш современник» почитал. Там было написано про то, что будут суперкомпьютеры, там чипы и все дела. И с тех пор я в этой теме вращаюсь. Как тебя еще в 90-х не убили, слушай, я повезло. Я хитрый парень, я был тоже в этих тусовках. Моих друзей многих уже нету. Ну, не друзей, так сказать, знакомых хороших. Значит, Олег обычно... Одних даже людей в криминальной России, целая серия им посвящена. Можете представить? Я, кстати, хотел еще о «Матрице» сказать, о фильме. Многие не в курсе, что фильм-то изменен. В курсе. Это все знают. Это все знают. Ну как все? Ну, здесь мало. Я впервые слышу. Я не знаю. И я не знаю. Ну, короче, смотрите, там какая тема. Есть оригинальный сценарий брался. Вообще его писали Вачовски по шумерским трактатам. Есть древние шумерские трактаты, они полностью пародируют или... Точнее, современный сценарий «Матрицы» полностью копирует вот эти старинные шумерские трактаты. В общем, смысл в том, что на самом деле в конце фильма никакой Зион не освобождается, никто никого не побеждает. Дело в том, что все это остается иллюзией. Это искусство матрицы. То есть Зион — это тоже матрица. И победа над машинами — это тоже матрица. А конец фильма должен закончиться был так, что и Морфеус, и Нео, и Тринити, и там все эти герои, они также лежат в этих ванночках, и к ним подключены эти провода. То есть это утопия. То есть смысл фильма в том, что из матрицы выйти невозможно никак вообще. То есть если бы показали такой финал, то люди бы просто ёбнулись, кто смотрел бы этот фильм. Выхода из матрицы не существует. Фишка в том, что человеку нужна цель, правильно? Без цели человек, не сможет жить. У него нет, никакого стимула, ни движухи никакой нету. Поэтому, чтобы сделать, цель, они должны были освободиться. Вот это как, морковка для осла. Перед глазами, когда сидит наездник и на палке с веревкой держит морковку перед ослом, и он бежит, а наездник сам на нем сидит. Он может вечно бежать, пока не умрет. Также эта фишка. Человеку нужна цель, хотя бы ложная, любая, чтобы двигаться куда-то. Как любому роботу, машине, системе, самолету нужна определенная цель, алгоритмы какие-то. Тут такая же фишка. Они должны были верить, что они сейчас борются, освободятся и победят. И матрица тем самым работала, все нормально для нее было. Угрозы-то нет, они все равно в виртуале все были. Вот основная такая тема. Смотрите, шедшие на события. Но продюсер не захотел этот, который еще «Хищника», Джо Сильвер или Джон Сильвер. Какой продюсер? Мировое правительство ему сказало. Дело не в продюсере, а скорее всего кураторы, кто, собственно, пропускает все фильмы в Голливуде. Сказали, я официальную версию говорю. Если ты покажешь такой фильм, то это будет пиздец. Люди просто могут упасть в такую утопию, потому что это... Ты представь, если люди осознают в большинстве смысл вот такой парадигмы жизни, многие с ума сойдут. Система просто даст нереальный сбой, потому что поймут, что некоторые люди точно осознают, что любая их цель — это ложь. Вообще любая. Вот есть такое понятие среди людей. Вырастить детей, семью, посадить дерево, это все ложь. Любая цель твоя в матрице, она лжива изначально. Это установочные коды. Да, просто. Это программные, как алгоритмы программы. То есть тебе навязаны... Это цель, они же должны куда-то идти. Да, навязаны определенные шаблоны. Я хочу родить ребенка. Да нахуй, спрашиваешь, нахуя тебе ребенок? Просто я хочу, мне так надо. То есть мне так обеспеченный хочется. Муж. Обязательно он должен обеспеченным. У него работа, бизнес, карьера. Шаблоны, Люди как раз становятся рабами. Точнее, не так. Они изначально создана система, что они изначально рабы. Они уже по умолчанию рабы. И выхода у них никакого нет вообще. И когда говорят, что люди бессмертны, имеется в виду, что это бессмертные рабы. То есть закончится одна сказка, покажут другую сказку. Они умирают, условно говоря, идет релоад, перезагрузка матрицы, и у них новая какая-то картинка, новая хуета в голове. То есть сам биоскафандр, в котором они лежат, он может существовать вообще бесконечное количество времени, а картинки можно менять каждую секунду, новые создавать. Вот как мы видим сны, у нас может быть каждую ночь разный сон. Один сон нам снится, мы например, куда-нибудь на Марс улетели, второй сон нам снится тёлка, третий сон нам снится какой-нибудь другой город или еще что-нибудь. То есть любая картинка может, любой сюжет создаваться каждый раз, каждую загрузку. Это до бесконечности может продолжаться. А мы верим, что, нам позвонит какая-нибудь мамка наша, будет по ушам ездить, своей хуйнёй этой, заряжать это говно, которое ей впаривали всю жизнь. Что тут нам надо? Потом она будет впаривать это же говно. Потом мы это говно детям впариваем. То есть так построена система. Она промывает мозги. То есть, самодостаточность. Когда Один биоробот перепрошивает мозг другому биороботу. Вот почему дети рождаются, у них как бы мозг освобожден от этих программ, а потом они начинают постепенно навязывать эти программы. Сынок, вот делай вот так, делай так, потому что это заложено в алгоритмы этой системы. Потому что мы, как уже повторюсь, мы изначально рабы. Мы сами, наши тела были созданы для того, чтобы что-то давать, какой-то профит. Вот самый идеальный вариант, я люблю его приводить. Вот представь такую ситуацию. Есть ферма, есть, допустим, какой-то там, не знаю, скотный двор. На этом скотном дворе живут куры, утки, свиньи, там, козы, не знаю, там, коровы пасутся. Некоторые животные равнее бывают. И так далее. То есть есть у этой фермы хозяин, который держит этот скот для того, чтобы убивать скотину на мясо, получать яйца, молоко, шерсть, там, доить и так далее, и так далее. Кидать еду, чтобы свинья нажирала бока, для того, чтобы его потом подать к праздничному столу. То есть получать с этого профит. Вот так и нас выкармливают, отпаивают, делают прививочки, чтобы мы не болели. Создают эту систему. Для чего? Чтобы выращивать нас, как скот. Выращивают для определенных целей. Кто это делает? Кто этот так называемый в кавычках фермер? Это вот ты задала глобальнейший вопрос. Пасечник, я его называю. Это бог, грубо говоря, это бог, правильно? Нет, это не бог. Это ты бог, это шаблон. Ты задала просто нереальной сложности вопрос. Никто не знает, кто это. Никто. Если ты узнаешь, кто это, ты выйдешь из матрицы автоматически сразу. Да, это, наверное, высшая ступень просветления. Ну, я считаю, это высшие силы. Боги, высшие силы. Никаких богов не существует, это ложь. Любая религия, Иисусы, блядь, Аллахи, Будды, чакры, хуякры, это ложь. Ничего этого не существует. Это ложь, которая была создана для того, чтобы, смотри, каждому рабу нужна пилюля, таблетка, для того, чтобы он верил, что он не раб. Понимаешь, это очень важно, чтобы... Ну, я поняла, да, я это знаю. То есть, чтобы была стабильность системы, создается ложь. Потому что система будет нестабильна без этих антибиотиков. И для этого создаются разные там ложь. Христианство, буддизм, ислам. То есть, люди как бы вкалывают в себя это обезболивающее, понимаешь, наркотик. Есть же такое выражение: религия опиум для народа. Это сказал Карл Маркс. Это все знаю. Да, это все. Ты скажи, кто создатель, кто. Никто не знает. Я же говорю, никто не знает. Такая-то же самая интересная. Так если ты узнаешь, ты перестанешь здесь с нами находиться сразу автоматически. Ну, может, никто не знает, но во всяком случае я давал в своих роликах ответ на этот вопрос. Ну, можно догадаться как-то примерно хотя бы, чтобы какое-то более разумное... Ну, смотри, я в двух словах, Валь, скажу. Смотри, вот для пчелиного улья пасечник – это бог. Он занимается тем, что следит за пчелками, собирает с них профит в виде меда. Да. Если их становится сильно много, он к зиме их убивает, оставляет небольшое количество, чтобы они немножко покушали. Вот, поэтому... Да. Наша планета, гигант, она в виде пчелиного улья, и у нее есть свой пасечник, который неустанно следит за тем, чтобы мы давали, скажем, для него необходимый продукт. Я много раз в своих роликах говорил, мы даже не пчелы, мы пчелиный продукт. Пчелы, это для нас, мы их принято называть боги, но вы же пчел, вот как раз-то стоит пасечник, который может с легкостью придавить пальцами любого бога, который для нас там сверхбог. Вот, в принципе, и вся математика. Но можно рассматривать нашу планету не только как пчелиный улей. Ее можно рассматривать и как компьютерную игру. Есть мне модель, очень нравится, рассматривать как сердце бога. Если сердце разрезать, в разрезе посмотреть, оно тоже сотовое. Вообще весь мир сотовый. Поэтому мы маленькие клеточки в гигантском организме... Вот смотри, Валя, чтобы тебе понятно было... вот. Как тебе узнать создателя вот этой вот всей вселенной, или как узнать хозяина фермы, например? Вот представь, муравья посадить... Смотри, муравья посадить на компьютер, на системный блок посадить муравья. Как ты думаешь, он поймет, что такое компьютер, или нет? Нет, он не поймет. Вот, вот теперь тебе задаю вопрос. Ты сможешь со своим уровнем развития познать, кто такой Создатель? А, я считаю, ты душой, одним из духовных тел связан. Нет никакой души, это ложь. Это такая же программа. Это программа, понимаешь, в тебе сидит скрипт, который в тебе срабатывает, что там душа, бог, чакра, хуякра и так далее. Это Создатель, он ее прописал. Это прописано изначально, понимаешь, код программный в тебе сидит. Евгений, меня слышно? Да, слышно. А ты слышал о таком феномене, как, ну, типа, синдром или как, размножение личностей, когда 10 человек могут в одном жить одновременно? Есть, да, есть, конечно, такое. Вот как можно это объяснить? Только что это программные коды. Зашиваются, почему-то они... Ну, я по-другому это объяснил, ну ладно, не буду перебивать. А это могут быть и вирусы, и там, это все может быть вообще, это любой может быть сбой программный, все что угодно вообще. И они каждый самостоятелен, у них своя индивидуальная основа какая-то, они там могут рассказывать свою жизнь. Это реальные личности, но живущие в одном теле. Фух, да не в одном теле, я же уже 200 раз рассказывал. Олег, неужели ты не слышал мои ролики? Я же уже объяснил природу этого всего. Про мобильный телефон и сущность, аватар и основную сущность. Ты объясняешь природу лишь нашим несовершенным умом. Ну я а это как по-другому? Я об этом давно думал. Спасибо. Но мы же можем, ну, и понимать, что есть вещи, которые вообще за пределами, о чем сейчас Евгений говорил, что муравей не может на компьютере гулять и понять, что это компьютер. Так что, Валентина, у меня для тебя грустная новость. Ты никогда не узнаешь Создателя Матрицы. Почему люди и боятся задавать такие вопросы? Лучше жить спокойно, думать, что проживешь там до 70-80, а потом вдруг и умер, и все. Чем думать, ну смотри, есть же, хорошо, есть же настоящие экстрасенсы, которые расследуют это убийства. Это все ложь, это ложь, это такие же программы, пойми уже наконец. Все, какие, что... так это ж на самом деле. Все, что ты видишь, это деле... ложь. Понимаешь, прописанные, заранее прописанные скрипты. Вот слышал такое понятие «судьба». А что такое судьба? Это заранее прописанный сценарий. Его вариативность прописана, каждый шаг. Вот, например, ты игру запускаешь на компе, ты можешь ее пройти так, так, так и так. 1000 комбинаций. Да. Вот, вот у тебя такая же вариативность. Представь, Создатель этой матрицы настолько велик, что он прописал для каждого уникальную вариативность. Каждую комбинацию, там миллионы комбинаций. Представь. У некоторых народов это называется табула раса. То есть чистый лист бумаги, на который наносится твоя судьба, и ты ее отыгрываешь, эту роль. То есть как бы... Есть же настоящие, я лично знаю настоящих экстрасенсов, которые вот предсказали... Ну, что предсказал, извини, что перебил. Предсказал что? Ну, предсказали, потому что у меня у сына родится, то есть не у сына, у брата родится ребенок. И так и родилось в течение дочки. Видят программный код Создателя, вот и все. Ну, то есть же настоящий, на самом деле, есть настоящий. Да нету никаких экстрасенсов, господи, это программы, пойми уже. Они действуют только в рамках своей системы, и все. Это система, которая обманывает тебя, это иллюзия, людей вокруг тебя нету. Это матрица обманывает твой разум, понимаешь? У тебя, ты видишь вокруг себя города, людей, машины, там, этого всего не существует. Это лишь проекция твоего собственного разума. Понимаешь, просто, условно говоря, это фантазия, иллюзия твоего сознания. На самом деле этого ничего не существует. Ты можешь создавать любые миры, ты можешь жить в мире розовых слонов. Ты понимаешь, ты сама можешь создать себе свой мир. Тебе Создатель предоставил такую возможность. Ты можешь закинуться, блядь, героином или там ЛСД. И увидите розовых слонов. Вот. Ну смотри, но предсказала и сбылось. И несколько вещей так вот есть. Они сбываются на самом деле. Я к тому, что это настоящие. Она предсказала, и так и случилось, как она предсказала. И что? И что это доказывает? Валюш, а ты знаешь, что есть другая модель? Валь, а ты знаешь, что есть страшная другая модель? Она могла не предсказать, а запрограммировать твое будущее. Может. Но несколько раз и разные тетки, моя мама там ходила к разным, они одинаковые, то же самое сказали. Хорошо, хорошо, ты можешь понять, что это все не существует? Ты вообще способна это понять или нет? Все эти люди, вот эти бабки, блядь, гадалки, этого не существует. Понимаешь, твоей матери не существует, твоего отца не существует. Это ложь. И меня тоже не существует. И тебя тоже не существует. Ты существуешь только в своем воображении, в своей иллюзии. Вот представь, что на секунду, представь, есть такие люди, называют их трансгендеры. Они рождаются, но их личное ощущение противоречит их биоскафандру, в котором они находятся. То есть у них программа прописана так, что у них сиськи там между ног... пельмень, и они вроде выглядят как женщина, да? Но в сознании они, понимаешь, создают себе сознание, что они мужчины, что у них болт между ног болтается, что они мужественные там и такие, сякие и прочие. Понимаешь, перекос программы идет. То есть, когда тебе дают одни исходные данные, но твое сознание мультивирует как бы совершенно другое, оно прогрессирует совершенно другие действия. И переход такой наступает... Перекос, конфликт программ накладывается. Ты можешь представить, что у тебя нет ни мамок, ни папок, ни бабок, блядь, тех гадалок, ни братьев, ни сестер, ни котов. Это все матрица, иллюзия. Не существует этого ничего вообще. Ты живешь просто в воображаемом мире, который натянут тебе на глаза, чтобы скрыть от тебя правду. Правду, что ты раб. Что ты с рождения в тюрьме. Да, нет, то, что рабы, я знаю. То, что я рабы. Вот. Я просто говорю то, что есть настоящие, которые как предсказывают, так и бывает. Нет они такого такие слова рабы. Настоящий экстрасенс. Пойми уже, ты можешь это понять или нет? Нет такого слова настоящий, не настоящий экстрасенс. Ну какой, блядь, может быть настоящий экстрасенс, если тебя нет? Тебя не существует. Ну, я к тому, что настоящие способности, как вот предсказывают, да так нету никаких способностей. Это ты, твое, проекция твоего собственного «я». Ты просто хочешь увидеть чудо, и ты видишь это чудо. Тебе никто его не показывает. Это проекция твоего ума. Просто представь на секунду, что это все, что ты видишь, твое воображение так работает. Тебе дают определенную картинку, пищу, да? И твое воображение рисует вариативность, определенная комбинация создает. Но ты, короче, не поймешь, ты еще пока находишься далеко от пробуждения. Евгений, так никто не может понять сразу. Это как надо пиздец, это надо столько времени, чтобы это пиздец. Самому осознать. Да, это очень надо много времени. Когда ты осознаешь это, ты просто охуеешь вообще. Ты просто вдруг, когда это осознаешь, у тебя будет шок. Когда ты будешь мамку слышать, и ты будешь понимать, что это не мамка говорит с тобой, это биоробот. Это просто голограмма, условно говоря, понимаешь? Просто ты просто в компьютерной игре. Ты в суперкомпьютерной игре. В миллиард раз круче, чем наша современная. Вот и все. Вот смотри, человек играет в компьютере в игру. Человек играет в компьютере. Эту игру написали программисты. Эту игру, в которую он играет, написали программисты. Человек играет в компьютерную игру. Персонаж в игре не знает того, кто написал, блядь, эту игру. И он не знает, кто играет им, кто дергает за джойстик, он тоже не знает. То есть эта система имеет только одну связь. Извне туда связь есть, а обратной связи нету. То есть, если ты персонаж главный в игре, то ты не можешь увидеть ни того, кто играет тобой, и не тех, кто создал эту игру. Ты не можешь осознать, потому что этот персонаж не может вылезти, блядь, из монитора и увидеть, что и вообще, что, блядь, происходит. Потому что у него другие исходные данные. Он не имеет тех возможностей, которые имеют и игрок, и разработчик. Понимаешь, он находится на другом качественном уровне. Это всего лишь виртуальное представление какого-то мира, условно говоря. Это могут быть, блядь, крокозябры какие-нибудь, блядь, страшилы, вампиры, не знаю. Крокозябры. Все что угодно. Это может быть любой мир. Это не имеет значения. Понимаешь, мы же играем в игру там какой-нибудь, не знаю, блядь, Lineage. Соникс. Там бегает какой-нибудь ежик, блядь, с иглами там из жопы и так далее. Он там внутри игры, он реальный. Но он для нас и просто, блядь, виртуальный персонаж. Для того, кто играет. Понимаешь? Да, ты не... А вот ты сейчас, это тот ежик, который внутри игры. И ты не можешь увидеть создателя, тот, кто создал всю эту красоту и все это многообразие. Ежик резина, вышел и насвистывал. То есть, грубо говоря, у тебя шансов узнать создателя нету. Вообще ноль. Только если сам создатель вдруг соизволит создать аватара и прийти к этому ежику. Все правильно. Только ты можешь познакомиться со своим создателем на страницах его романа. Если он этого захочет, он будет одним из боссов там в игре. И ты с ним встретишься, он тебе анальную кару сделает, и на этом игра закончится. А так и есть. С нами Бог говорит языком вот этих жизненных обстоятельств. Да нет никакого Бога, забудь эти слова. Бог там, блядь, вот это все. Бог, экстрасенсы, душа. Бог я имею в виду. Знаешь, как есть такое понятие, что духовные скрепы не зацепили твою душу, потому что ее у тебя нет. Вот подумай вообще о разных таких вещах, которые тебе навязаны. Вот эти все Бог, душа. Душа у меня болит. Какая, блядь, душа у тебя болит? Ты видел эту душу? Душа у меня болит. Вот тут вот у меня болит душа. Вот тут. А если в мозг, блядь, выстрелить, вот таким, или отхуярить дубиналом, и человек лежит в коме, то у него уже душа не болит. У него уже мозг отключен, и у него ничего уже не болит. То есть это ложь, навязанные стереотипы, понимаешь? Если так образно сказать, то наша душа в нашей голове, это и есть наш центр нашей души. Ни в какой требухе нашей души нет, ее вообще не существует. Есть только связь, вот эта нейронейтронная вот эта связь, которая связывает игрока и персонаж, который имеет вот этот искусственный интеллект. Мы с тобой это искусственный созданный интеллект. Мы с тобой роботы, и ты, и я, нас не существует в реальности. Мы роботы, понимаешь? А тут некоторые, извини, Евгений, перебью, тут некоторые умники обсуждают, что биороботы это тупые дебилы, а мы типа не биороботы. Ну понятно. Мы все биороботы, блин. Понятно. Просто вот, разный уровень сознания. Конечно, ёпта. Феррари. Конечно, ёпта, как блядь. Сейчас начнется про Иисуса какое-нибудь очковтирательство, очередную какую-нибудь хуйню сейчас будут писать. Это чисто эгрегоры, это эгрегоры. Я уже эту хуйню прошел уже 10 раз, я сейчас уже жду, прям предвкушаю, как про чакры начнут писать. Через 20 минут я вернусь. Окей. Угу. Кстати, сериал американский есть, «Сумеречная зона». Не смотрели? 40 с чем-то серий, там, 43, что ли? Алло? Да. Слышите? Вот в сериале одна серия, короче, новая семья приезжает в дом по-американски, ну, вот в дом новый переехали, и женщина, ну, мать этого семейства, перестает... У нее на следующий день сын поменялся, на следующий день дочь уже другой человек. Она говорит, да вы, это же не моя дочь. Он говорит, ты что, ты с ума сошла, это нормально, это твоя дочь. Потом муж поменялся. И на 4-й день она сама себя в зеркало не узнает. И там у нее истерика что-то. И раз потом показ, девочка сидит на компьютере, на кнопки нажимает, мама такая, доченька, иди кушать. А такая, сейчас, мама, я апгрейд персонажей закончу и пойду. Ну все, я всех поменяла, все нормально. Ну да, я, кстати... Сидела когда... за компьютером, всех поменяла. Да. Я когда финал не услышал, я почему-то хотел предположить такой финал, который потом все-таки услышал. То есть замена это... Пиздец, со стороны настолько интересно наблюдать, когда у человека рвет шаблон. Это вообще, это просто... Она не готова просто. Ты видишь, да, насколько это тяжелая ноша, что человек абсолютно не способен... Принять информацию настолько сложна, что невозможно поверить, что, бля, неужели такое вообще бывает? Рвется шаблон на части, рвет зиппер, как у нас говорят. То есть вообще у них полный разрыв мозгов. Она, с одной стороны, вроде бы хочет что-то понять, но не может. То есть у нее не хватает, не срабатывает Точнее, нет, срабатывает защита. То есть нет. Какие-то примеры начинаются. Да, первый это вот отрицание. Такая, нет, не может быть, нет, сразу ступор, ура, идет ступор. Матрица, да? С архитектором говорил. Отрицание одно из главных человеческих там как-то черт или характеристик, как он сказал. Да. Не может быть. Все прописано в этих кодах. Просто все запрограммировано. Напрочь. Ребята, Котляров тоже биоробот. Он думает, что он создатель. Он тоже биоробот. Да, когда я его создавал, я вас убедил в том, что вы думали, что я биоробот. Меня вот один вопрос. Можно я скажу? Меня вот один вопрос интересует. Слайк тоже поднимал. Нас заставили в симулятор в этот влезть? Или мы сами в него запрограммировались? Хотели острых ощущений. И кто-то нас в нем закрыл. Или мы все сами сделали. Это невозможно понять. Вот именно. Но почему? Я могу объяснить. Компьютерные персонажи сами влезли в симулятор или их заставили? Их просто создали, вот и все. У них не спрашивали. Круто, Слав. Крутой ответ. Я согласен. Крутой ответ. Что там, стих-то слушаете? Смешно представить, если Бэтмен, блядь, залез в монитор. Круто, абсолютно великолепный просто ответ вообще. Тут даже думать не надо, просто блеск. Бэтмен. Сразу все встает на свои места. Естественно, мы... Никто нашего Как там? Снизойдете ли вы? Никто нас не спрашивал. Взяли, нарисовали, запинали нахуй эту матрицу и нормально. Как бы ты такой тут... Ой-ой-ой, я не хочу быть NPC, не хочу быть главным персонажем. Никто тебя не спрашивал. Нарисовали. Кто-то же должен быть жертвой, а кто-то должен быть палачом. Вот, поэтому, зная еще, грубо говоря, понимаю, что весь мир компьютерная игра, просто я пытаюсь объяснить, как она выглядит, именно на какой планете мы живем в этой компьютерной игре. Слав, а прикинь того укропа, который, блядь, одессит, который у него, прикинь, у него сейчас бы ему это сказать, у него вообще нахуй мозг разорвало, блядь. Шаблон бы вообще треснул по швам, потому что он же верит там в великую Украину, и которую надо с колен поднимать. Ты представляешь, вообще это пиздец, это полный разрыв мозга, блядь. Жень, самое смешное, что парень сидел в Одессе, у него раз Крым отобрали, а он у меня появился. Что-то тебя плохо слышно стало, Олег. А, плохо? У тебя прям резко-резко звук упал, вообще резко. Матрица лаганула, блядь. Наверное. Ощущение, как будто ты в соседнюю соту ушел. Не знаю, вот я даже микрофон поднял. Вот сейчас нормально. Блин, не знаю, я ничего не трогал. Я он снял веб-камеру. У меня не было, я давно вышел. Бля, опять плохо стало. Не знаю, а вообще вот микрофон. А сейчас нормально слышно? Нормально, но тише, намного раза в 3 тише, чем... Блин, ну шо ж ты... Просто прикол, у одних забрали то, что у них никогда не было, другим якобы вернули то, что у них никогда не было. И люди пошли друг другу головы проламывать. Может как-нибудь попробовать... Вот смотри, вот тому биороботу, блядь, который из Одессы, да, вот этому биороботу, ему объяснить. Я слушал все, что он... Что, мол, типа, чувак, ему так сказать, чувак, прикинь, такая вот хуйня, что... Ты воюешь за то, чего нет. То есть ты просто NPC ебаный, который, блядь, должен умирать с одной стороны, а второй NPC будет в тебя стрелять с другой стороны. И от вашей смерти и жизни никакого толку вообще нету. Вы просто, блядь, отыгрываете какой-то сценарий тупорылый. Наполняете, так сказать, матрицу красотами, вариативностью смыслов. То есть вы просто создаете какую-то... интересную картинку. Идет война. Это просто интересная картинка. Это же интересно, как в кино. Экшен. Вы создаете экшен. Представляешь, как у него бы, блядь, подгорело. То есть у него просто шарик бы за ролики нахуй закатились, если бы он так представил. Ну, Слава, я думаю... Сделай, Евгений, пожалуйста, про матрицу фильм. Я умоляю тебя, пожалуйста. Я думаю, Евгений... Иначе эти ебаные дебилы, блядь, еще будут писать тебе шквал комментариев про Глобус Украины. Сделай про матрицу фильм. Не, ну надо этот эфир как-нибудь захомутать. Как ты считаешь, ну, Вот на институт Бэбы или здесь можно обсудить некоторые фильмы, в которых, ну, типа «13-й этаж», «Револьвер» тот же, «Мирный воин», где вот про работу мозга именно, про осознание реальности говорится. Даже «Матрица» или «Меняющая реальность». «Матрица» вот интересно, именно обсудить фильм, вот увидеть все эти скрытые послания. Там же как Морфеус руки держит, как Бафомет. В одной из первой серии он показывает Нео, ну... Ну, блин, видишь, я... Руки как Бафомет в храме масонском. Там везде все черно-белый пол, вот этот масонская вся шахматная доска. Жека, лучше, чем ты задвинул, мне не удастся. Надо просто сохранить этот эфир и сразу выкладывать свежим пирожком на свой канал. Ну, Слав, только ты, пожалуйста, профильтруй, сделай мат, вырежи, а то там я много ругаюсь, ты как-нибудь профильтруй. Да, сейчас буду резать. Чтобы, может, кто-то поймет, что мой стёб черный насчет русских, украинцев и всех национальностей. Это всего лишь был черный стёб. Потрунивание в ужасной форме. Я не признаю ни национальности. Признаю только... Представляете, парни, представляете, какой шок у биоробота, когда он понимает, что он всего лишь, скажем, какой-нибудь жалкий ёбаный NPC персонаж. И от его жизни, и от его смерти вообще нихуя не зависит. Вот вы знаете, в игре есть такие моменты, когда можно просто идти по городу, например, там RPG какой-нибудь, да? И, блядь, какой-нибудь шашкой хуярить налево-направо эти NPC. То есть просто рубить их налево-направо. Никакой разницы вообще. Ни на карму это никак не влияет, там, ни... Ну, вообще ничего не происходит. Полный, абсолютный вот рандом, ты можешь просто херачить, ничего не происходит. И получается, что игра завязана только на ключевых персонажах. Либо это триггеры, которые запускают какой-то сюжет. Ну, скажем, например, Путин. Это не основной персонаж, а это триггер. Например, если его убить, то начнется какая-то новая. Включится новый патч или новая какая-то локация откроется. То есть это триггер, блядь. А есть, например, какой-то персонаж активный, который ролевой персонаж, самый главный, который, допустим, ну... меняет пространство вокруг себя, меняет матрицу. Например, не знаю, какой-нибудь, блядь, мега-жидорептилоид, который сидит где-то там на вершине пирамиды и рулит этим миром. Или, скажем, сатана, который сидит и управляет этим миром. Представляете, парни, как это... Это же охуеть просто. Или какой-нибудь Иисус Иосифович Христос. Например, представьте, такой мега-персонаж, который находится... В качестве одного из главных персонажей, и либо тоже триггер, который запускает какую-то новую локацию. Представляете, а вот эти NPC, они даже не понимают, что от их жизни вообще нихуя не зависит. Рожают они там детей, не рожают, убивают они друг друга, не убивают. Зато будут выйти орать. О, Украина, о, Россия, о, Иисус. И резать, блядь, друг другу глотки, вообще не понимая, что они... Блять, что это биомусор, никакой разницы. Блять, от их смертей вообще нихуя не зависит. Это просто потрясает, когда ты начинаешь думать об этом, осознавать. Мозг взрывается нахер вообще, потому что ты понимаешь, блять, среди какого ты шлака живешь. То есть даже если ты сам понимаешь, что ты NPC, это охереть просто вообще. Ты вдруг осознаешь, блять, среди какого биомусора ты живешь вообще? Это поражает воображение вообще. Хотя, с другой стороны, круто осознавать, если ты понимаешь, что ты тоже какой-нибудь триггерный персонаж. Скажем, посмотрят какие-нибудь NPC нашу передачу, и, скажем, 100 человек выйдут в окно. Тоже круто, да, вроде бы. Триггер сработает, и, блядь, рабы системы выбросятся из окна. То есть тоже круто, в принципе. Или там, например... разоблачишь Путина там, и кто-нибудь, крестьяне возьмут вилы там и пойдут на вилы поднимать. Тоже прикольно. Ну, как бы тоже прикольно быть триггерным персонажем. Потом один хуй, мы все равно все умрем, и матрица заново будет перезагружаться. Вот такие вот, ребятки, у меня для вас херовые новости. Да-да-да. Вот на такой жирной ноте надо сейчас перезапустить эфир, чтобы я смог спокойно 2 часа обработать очень быстро и качественно. Давай, Слава, сейчас я выключу. Сейчас сделаем эту перезапись. Да. Чтобы, блин, я просто в скайпе вообще не разбираюсь, я ими раньше не пользовался. Блин, вот человек мне пишет,